Всем привет! Вы на канале Акварелька. Сегодня обзор покупок из фикс-прайса, из нашего любимого магазина. Ну, в принципе, кому как. Начнем с вкусняшек. Вот на эти десерты была скидочка по карте. За 99 рублей можно было купить десерт ваниль, бонжур. Но вообще-то десерт мне очень нравится. Вкусный, да? Вот такая вот начинка там будет. Очень вкусненький десерт. Следующее, я люблю вот эти вот пряники тульские. Здесь с фруктовой начинкой. Но можно было купить разные. Тоже недорого стоит, где-то в пределах 50 рублей. Дальше двигаемся. С новиночки вот такие классные емкости для специй из новой коллекции в фикс-прайсе. Обзор у меня уже есть на Дзене всех этих предметов из новой коллекции. То есть там есть емкость для масла, для специй, также для бутербродов масленка с ножом. Но я не знаю, там ножи тоже под цвет ручки вот таких предметов. Керамические, что очень радует. Были черный, такой молочный цвет и оливковый. Но форма для специй, емкость для специй, она была оливковая, но с вкраплениями. И здесь присутствует бамбук. Вот бамбуковая крышка. И ложечка. Ну и шурупчики вот такие вот. Так, ну внутри выглядит вот так вот. Говорили, что есть какие-то недочеты. Но мне кажется, это не так значительно. Здесь все-таки будет насыпано. Сахар и соль. Я взяла для сахара и соли. Так, вот у меня получается белый цвет и черный. Вот так вот они идут запакованные. По 149 рублей вот такие емкости. Так, надпись вот здесь вот она имеется. Вот. Вся информация. Классные штучки. А дальше я купила вот такую коробочку для карандашей. Так, вот эта коробочка, она идет с крышкой, удобная такая. И их разбирают, они бывают каждый год. Так, ну вот размер я говорила в обзоре из магазина. Да, у меня будет обзор из магазина, поэтому подписывайтесь, смотрите. Также информация есть в статье на Дзене и в телеграм-канале. Так, 79 рублей. Плечики мне нужны были. 69 рублей, 3 штучки в комплекте, вот так они склеены. Здесь нравится мне широкое, они так сильно не гнутся. То есть можно какие-нибудь маечки повесить, не деформируются плечи, потому что они здесь широкие. В общем, хорошие плечики. Так, следующая покупка. Я взяла вот такой витаминный крем. F жирный написано, 50 мл. Быстро восстанавливает кожный покров, глубокое увлажнение и уменьшает шелушение на коже. Так как у меня сухая кожа, я взяла этот крем. Вообще там были разновидности разные. Так, для различной кожи. Так, сейчас мы достанем. Так, вот так вот он выглядит внутри. Сколько здесь? 50 мл, да. Вот такой крем. Ну, потом расскажу, какой он. Ну, хвалили его вообще-то. Суперклей недорогой. Вот такой вот две упаковочки. Всегда в хозяйстве необходимо. Да, и скидка была вот на эти салфетки влажные для снятия макияжа. С мицеллярной водой, гелем алоэ и ионами серебра. По-моему, стоило 59 рублей. Здесь упаковки 60 штучек. Удаляет макияж, очищает и увлажняет. Тоже решила взять. Так, ну вот такие прокладки, они вообще дешевые, 50 рублей, 10 штучек с крылышками. Тоже необходимо. Для нашего любимчика кота взяла вот такие упаковки с кормом. Говядина, ягненок в желе. Так, ну вот какие были разновидности, такие взяла. С курицей только не взяла, на него, у нас на нее аллергия у кота. Вот индейка, кролик, еще с печенью бы взяла, но не было. Так, и еще одна новиночка, смотрите, купленная мной, это вот такая сумка, 349 рублей стоит, вот она вот такая вот широкая, раскладывается,
очень такая хорошо прошитая. Здесь кармашек впереди. Вот так. И здесь можно еще повесить на длинный ремешок. То есть вот есть еще в наборе вот такой ремешочек блестящий, шелковый, с такими креплениями металлическими. Так, вот такая вот сумочка. Размер довольно-таки хороший, не слишком маленькая, не слишком большая. Вот, кому интересно, можете посмотреть на размер. Ну вот, вот такая сумочка. Можно ее носить вот таким образом. Ну, как удобно нам носить, мы через плечо носим, да? Вот, на этом видео заканчиваю. Всем удачных, выгодных покупок. Удачи, крепкого здоровья. И также сейчас покажу свои рисуночки. Кому интересно, я еще рисую. Да, друзья, я рисую картины маслом, акварелью и продаю на Авито. Вот такие вот миниатюры маленькие, 13 на 18 сантиметров. Разбирают у меня неплохо. Вот есть такие варианты свободные. Ссылочку я оставлю под видео. Проходите, смотрите. То есть это не постеры, а настоящая живая работа, где большими такими толстыми мазками кладется масляная краска. И в интерьере при оформлении, конечно, оформление здесь требуется. Вот эти работы можно оформить в рамочке. Можно прикупить их в фикс-прайсе или из других магазинов. Вот. И будет радовать вас эти картины солнечные. Это вот миниатюры. Также есть вот такие картины в круге. Это чуть подороже. Такие подсолнухи на холсте. Здесь уже холст на картоне. Дальше вот тоже. Вот картина. Пейзаж на картоне тоже выполнен в технике масляной. Импасто мастихином. Так, ну и есть вот оформленная у меня в раме картина. Пейзаж морской. Свободная картина. На Авито можно купить. Цветы вот такие. Лилии рыжеогненные. Можете пройти посмотреть мой магазин. На этом все. Всем удачи, крепкого здоровья. До свидания. До новых встреч, друзья.